Как вы видите, хулиган я еще тот. Люблю поиздеваться над своими соседями, им со мной очень сильно повезло. Но даже вот это не сравнится с тем, чем я буду заниматься в этой серии. Я очень сильно надеюсь, что тебе понравится сегодняшняя серия. Если да, то влепи огроменный палец вверх на этот видос. Я обещаю то, что выйдет следующая серия. Не спеши переключать, не спеши выключать ролик, досмотри до конца. И только тогда ставь или не ставь лайкусик. Зависимо от того, понравится тебе этот ролик или нет. Моим соседям... Шопа! Я еще также забыл то, что они частенько мне по батареям стучат, когда я громко ночью в 2 часа ночи ору и ролики записываю. Поэтому лучше соседа, чем меня, просто быть не может. Больше мы никого за причиндалы не тянем, а будем сразу приступать. Погнали! Какой прекрасный день! Какая у меня комнатка милая, вся голубенькая. Не люблю голубой цвет. Мы можем выйти на балкончик. Ай, ай, ай. Ах! Свежий воздух, как прекрасно пахнет! Запах дыма тоже прекрасный. Гор, снег, лес, запах травы, запах бензина с этой машины, которую я не выключу. Почему? Сосед, почему она всю ночь работает? Машина воняет тут! Фу, закрою окно, закрою двери, а по сюда. Сосед проклятый, на самом деле меня все устраивает. Я себе купил прекрасный дом. Не нравится, где я живу. Две вещи мне не нравятся. Цвет моей комнаты. Тут можно свет включить? Да, можно свет включить. Цвет моей... А чё так ярко днём-то? Цвет моей комнаты меня не устраивает. И сосед мой дебил меня не устраивает. Поэтому нужно с соседом разобраться. Что это такое? Машина 24 на 7 работает. Ни разу он ее не выключил. Нафунял тут. У меня помидоры на заднем дворе не растут из-за тебя, из-за твоих выхлопных газов. Чё, кур своих там хотя бы закрываем в загоне. А то ходят так... Куктаряк-то целый день, ночью яйца несут, спать не дают. Давно мне жена моя говорила. У меня жены нет, если что, не воспринимайте всерьез. Давно жена мне звонила, говорила: Эдисон! Эдисон, будь аккуратней дома, то возьмешь телефон в руки, разобьешь все окна. Так и произошло. Нет, 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 музыкант с меня, конечно, никакой. Ой, женушка, женушка, женушка пошла на работу, оставила мне хотя бы завтрак. Что у меня есть в холодильнике? Пиво. А, она же мне сказала, чтобы я в магаз ходил еще неделю назад. Я до сих пор что-то не сходил. Ладно, она придет, будет ругаться, 100%. Сосед! Сосед! Выключи машину свою! Сосед! 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 Не доводи до греха! Не доводи... Здрасте, сержант, я ничего, у меня просто в руке топор, я иду деревья рубать. Смотрите, опа, я иду... Та-та-та-та-та-та-та-та-та... Деревья будем рубить, та-та-та-та-та-та... Не... Да... Дайте пройти. Деревья, деревушку, деревушку, сержант, не обращайте внимания, просто... Сосед! Сосед, открывай! Выключи машину! Заколебал. Собака, Эдисон тут! Ага. Ага, соседа нет. Музыка закончилась. Машину почему не выключил? Машина, где машина? Срёшь? Не срёшь, нет тут соседа. Хорошо, где может быть сосед? Я не понимаю, вот слышите? Это он машину не выключил, значит. Сосед! Ты сосед! Кто еще сосед? Полисмены! Полицейский, вы на меня не нападайте, пожалуйста. Ну просто сосед, тут имбецил. Так, подожди. Ладно, ладно, ничего страшного. По щечину! Так. Меня убили. Чё, что такое? Полисмены, я как бы ни при чём, я говорю, сосед, мудак. Берем хлопья, насыпаем. Опа, и реально, можно насыпать. Можно в миску хлопья насыпать, или что это такое? Ай, ай. Та-та-та-та-та, завтрак. Ща похаваем. Как я вижу, шоколадные хлопья, да? Они уже там приготовились, нет? Хлопья! Хлопья! Да вытаскивайтесь! Ай, твою матушку! Вот все пролил! Рукожоп просто! Ладно, сосед! Бейсбольный пистолет!
Сосед, открывай! Так, может он в магаз пошел? Сейчас мы его встретим. Соседушка, сосед... Нет, да уйдите с дороги! Твою мать, да что вы такие дебилы? Да! Дрифт, дрифтуем, дрифтуем! Да что вы такие? Ну я просто ехал по дороге. Вот, окей, вопрос. Почему люди ходят посередине дороги? Как бы, извините, то, что я тут немножко деревья все поломал. Еще одного человека убил, извините, пожалуйста, не хотел. Просто боком наваливает, задрифтило меня. Я еду по дороге. А люди просто ходят. Ладно, нужно в бар пойти. Здорово, Михалыч, мы с тобой уже давно... Да, стой ты на месте, когда 300-ку отдашь? Когда занял... Михалыч, 300-ку отдай, помню, в предыдущем месте на Coffee York занял в Starbucks. Отдай 300-ку. Какие бла-бла-бла-бла-бла? Это я тебе сейчас дам бла-бла-бла. 300-ку вернул, жопочник. В прошлом месте, Михалыч! Сволочь. А ты как умер? Машина, чё ж вы такие рукожопые, офицеры, машины, я просто перепрокалывал машину, вы сами двое убились, придурки. Ну я на всякий случай контроль и выстрел сделаю, потому что вот таких имбецилов земля точно носить не должна. Пропустите, пожалуйста. Петрович, слушай, тут, короче, дебил... А, вот ты мне 300-ку вернешь, да? Вот ты мне все бабки вернешь, которыми Михалыч был должен. Спасибо, у меня 155 баксов. Короче, сейчас я присяду, Михалыч, или Петрович, как тебя там зовут, неважно. Короче, торчал мне этот жопочник 300-ку, прикинь. Я ему сейчас говорю, верни. Он начал убегать. Позвал шерифов, короче, два шерифа прибежали. Говорят, руки вверх, я такой, пардон, шериф, стою на месте, как укопанный, ничего не делаю. Они просто прибежали и сами под машину, под колеса бросились. Налей мне, пожалуйста, стаканчик свежевыжатого яблочного сока, пожалуйста. Я подожду, так, я пока в дартс постреляю. Па! Па-п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 а, смотри, какой я меткий. Смотри, па-па-па-па-па. Налей, пожалуйста, сок. А хотя, какой сок, я же в бар пришел, меня через недельку посадят. Я двух шерифов застрелил. Вискарь! Гони вискарь! Жопа. Тут же еще и слоумо есть, да? Опа. А сейчас руку сюда засуну, не? Не, ничего, ничего. Ладно. Подождите. Ага, ага. Идем сюда, шериф. Сейчас мы тебе сделаем лечение простаты. Как бабушка в детстве учила? Не, на самом деле мне вот так простату не лечили, но все же. Запихиваем ногу вот сюда. Давай залезать, такой огромный. Запихай жопу свою задницу, давай. Разъел просто, пончики, наверное, небось. Хаваешь, шериф американский. Так, залезай внутрь. Да залезь, пожалуйста, внутрь. Ладно. Найдем другой способ. А я ему руку случайно стрелил. Ну ничего страшного. Жонушка! Маруся! Ты с работы вернулась! Опять сосед машину не вырубил! Марусь! Ты пока там расчехляйся, иди в душу мойся, потная небось вся. А я пока гриль нам тут захреначу. Шашлычок! Человечный-чический! Давай, давай, помещай. Давай. Человек. Да-да. Вот, прекрасно. Ага. Да шо ж ты вываливаешься, ну ядрить, колотить! Морозь, подожди, у меня тут проблемы! Шо ж ты не помещаешься-то? Вот, все, вот так лежи! Ладно. Все, Морозь, я разобрался! Сейчас мы накроем стулом тут на всякий случай. Хотя стулом не получится. Короче, ты тут жарься, все нормально. Чё? Пробки выбила дома! Ща я разберусь! Чё, или... Прекрасно. Через такое пройти, убить всех копов города, убежать от полиции как раз таки, посмотреть, как два полицейских убиваются об стоячую машину и потом умереть от электричества, удара током. Просто интересно, интересно. И УЗИ. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, я тоже так думаю. А если забраться на дом, из дома кого-то захфигачить, как будто Нео из Матрицы? А ну, мне просто интересно. Подождите со своими бла-бла-бла. Пицца! Маруся, тут пицца была, так зачем я шерифа жарил на нашем барбекю? Если у меня тут пицца дома была, точнее не дома, а на крыше. Я пока тут на...
Какая-то твердая у тебя пицца. Ладно, дайте мне УЗИшку. Так, а если я спрыгну из крыши? Вот, стой там, стой там, стой. Я сказал, стой там! Па-па-па-па! Прикольно. Па-па-ра-па-ра-па-рап. Па-па-па-ра-па-ра-па-рап. Па-па-та-та-ра-та-та-та. Пара-пара-па-па-па-па-па-па-ра-па-ра. Та-ра-та-та-та-та-та-ра. Привет, соседушки. Привет, соседи. Как мне нравится жить в этом городе, слушайте. Ась, чудо просто, просто чудо. Сосед, дай соли, пожалуйста, кто дома? Ай-та-та. Арбузы? Мухаммед, арбузы продавал? Здорово. Помочь, чем тебе помочь? Чем тебе помочь? Чем тебе помочь? У тебя в зубах шпинат застрял. Не благодари. Так, что за магазины такие странные, не могу понять. Почему у тебя все в магазине, все продукты в магазине, только молоко? Нельзя так, нельзя так. Тем более, что прокисшее. Свидание, да, у вас значит? Свидание. Свидание. Как принцессу твою зовут, да? Почему она такая же лысая, как ты? Это мама твоя! Извини, не хотел обидеть, чувак. Помочь? Да чё помочь? Подожди. Да никто тебе помогать не буду. Сейчас я поставлю сюда УЗИшку, не трогай, пожалуйста, я там поставлю. Па! Па! Не трогай УЗИшку, я сказал. Шо, поиграем с тобой баскетбол! Па-па-па-па! Ту-т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 у! Да как кидать мяч? Да как этот баскетбол играть? Да чё, не бросается мне... Ты как ты меня позвал? Ты меня бла-бла-бла назвал? Смотри, какой некультурный. Нормально тебе туда загораешь, прям посередине дороги. Дай я тебя хотя бы перемещу в другую какую-то зону. Тенек, в тенек тебя перемещу, чувак. Ну как бы беспокойся о своем здоровье, сейчас солнечный удар получишь. Надо в теньке полежать. Все нормально, вот тут с тобой точно ничего страшного не произойдет, я уверен. Все нормально. Какой прекрасный денек выдался. Маруся, ну закрывайте вы хотя бы дверь, а почему у вас сразу две входные двери? Странные вы люди. И две входные, две выходные двери. Странные люди живут, ладно. Маруся! Маруся! Это мой дом? Конечно, это мой дом. Ладно, УЗИшку мы тут оставим. Возьмем пиццу, которую я сегодня сложным путем добыл. Поставим ее вот сюда, закроем дверь. У себя дома мы дверь ломать не будем. Маруся! Не, Марусь еще дома нет. Купить молоко. Твою мать! Записка на холодильнике от Маруси, моей женушки. Купить молоко, я забыл. Так вот зачем этот магазин, где только одно молоко продается. Потому что в этом городе все только молоко пьют. Маруся, я уже иду! Я дома! Я дома! Откроем холодильник. Неужели я пройду всю игру, если я просто молоко помещу в холодильник? Нет. Все, я купил, я купил. Ты сказала купить, я купил. Сейчас мы возьмем пиццу, разогреем ее. Ну, нужно немножко перевернуть ее, конечно, вот так. Вот сюда. Да, ладно, пусть не так сойдет. Ох, и закончим там же, где начали. Только, мне кажется, лучше на балкончике. Ёхали, бабай, сосед опять машину не выключил. Но в этом краске ты мне можешь помочь. Ребятки, давайте мы наберем 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что я запилю еще одну новую серию, где вот этого соседа просто... Воняет, загрязняет атмосферу своими выхлопными газами, никак машину не может выключить. Ребятки, спасибо вам огромное за просмотр. Я очень сильно надеюсь, что тебе понравилась эта серия, что ты хочешь продолжение этой прекрасной игры, поэтому влепи лайкусик. Мне будет очень приятно. А у тебя всего лишь это займет одну секунду, но зато я выпущу новую серию. Также обязательно подписывайся на мой инстаграм, ссылочка на него будет в описании. Мне будет очень приятно, там новые фоточки, истории, также трансляции я частенько веду. Поэтому подписывайся, ставь лайкусик на ролик и... Вдохнем опять альпийский чистый воздух. Спасибо тебе за просмотр. Всем удачи и всем пока.